Сериал совершенно другой, который транслируется на телеканале Fox TV, продолжает вызывать большой интерес за рубежом, несмотря на низкие рейтинги Турции. Проект, в котором играют Ханде Чель и Бурак Дениз, стал одним из самых популярных турецких сериалов последнего периода на выставке медиа-контента MIPCOM, которая прошла в Каннах. Также он вызвал большой интерес поклонников зарубежных сериалов в социальных сетях. Сериал привлек внимание в странах Латинской Америки. В связи с этим он принял участие в MIP Cancun, крупнейшей ярмарке контента на латиноамериканском рынке и в США. Причиной большого интереса к проекту компании TeamsNB за рубежом называют популярный дуэт Ханде Эрчель и Бурак Дениз, воссоединение которого на экране поклонники ждали с большим нетерпением. Актеры продолжают получать огромную поддержку со стороны своих фанатов в социальных сетях, которые надеются, что они могут обеспечить выживание проекта. Хотя продюсер Тимур Савджи говорил о втором сезоне, пока судьба сериала совершенно другой не ясна. Возможно, новые продажи в Мексике помогут убедить руководство канала продлить проект. Пока же предполагается, что он может завершиться на 13 серии. В любом случае, проект является ярким примером того, как турецкие сериалы продолжают завоевывать популярность во всем мире. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.